Костюм. Здесь можно, смотрите, можно вот так застегивать и носить. Можно же застегивать вот по этим пуговичкам и вот так вот открыто носить. Вообще костюм новый. Какие тут нюансы? Почему я его даю по скидке по такой? Смотрите, я при покупке брала, не увидела, попался клей. Он вот тут, и вообще, вот если смотреть, в принципе, это вообще незаметно, потому что ткань такая, что она даже и незаметна, что это какой-то дефект. И где-то я видела еще. Может быть, сейчас сзади покажу. На брюках, по-моему, нет. Ну да, они, и, по-моему, даже когда я брала, они мне говорили, то, что клей, вот он попал, клей. Я не знаю, как он у них так попасть мог. Смотрите, внутренняя часть на подкладе все. Это все оригинал. Смотрите, вид сзади. Вот отдаю, какой он есть. Сама ткань. А, вот еще чуть-чуть. Вот. Вообще не видно, тут только присматривается. По брюкам вроде бы нет. Вот тут, но тут не похоже. Так, небольшой запас есть. Это 42 или 44. Костюм классный. Но вот с такими минусами. Ну, я даю его. В принципе, дешево очень.